Чего не звонишь ты? Да, мама, некогда было, тяжелые ночи были. Кое-как выгребли выручку. Да нет, подавайте в прокуратуру, прямо сегодня успевайте там. И это, пускай там на уродов. Да мы из окружения вышли, нас чуть не замочили. Поэтому я не мог. Всю ночь пешком шли и уходили. Один подорвался на границе. Ну, ранен их. Я вперед пошел, а он сзади шел и меня не зацепил. Все, не переживайте, мы вышли с окружения, нормально все, и все, я больше никуда не иду, короче, отпразднуюсь. Пошли не нахуй. Отправили нас в мясо. Куда ходили вы, что ли? Конечно, я же впереди же стоял, я же вам говорю, что там впереди все планеты. Просто нас как кушанное мясо отправили на убой. Ты что, начальство увидел, ты что сказали тебе? Сейчас мой начальник поедет к ним, скажет, что такой-такой-то уезжает домой и все, насрать. Документы все бригаде же есть, правильно? Но. Ну нет, и все тогда. Я уезжаю, дай это Бог молить, чтобы я сегодня уехал, просто сегодня-завтра. Просто уезжаю, потому что командир мой сразу, ну, сопутствует этому. Мы с ним вместе с окружения вышли. И что, мы не прокурсуем, мне еще идти? И еще идите и впиньте им, чтобы они, что они до все. Сих пор резину тянули, наказать их, сука, уродов. Все, все, мы понял. Мы с Толяном вдвоем уедем. Кто мне сказал, что ты бежал сюда? Да нормально все, не парьтесь, блядь, уволят, да уволят, господи, все максимум, чем отделают. Вообще похрен на эту армию сраную, блядь, с плотным отношением, блядь, как мясо. Я еще приеду, блядь, сидиться буду, эту херню, блядь, потому что меня отпускали, когда уже документы подали, блядь. Че сказали, блядь, в экстренном случае, либо 200-300 оттуда уеду, блядь, нормально все, срал я на это, уроды какие-то, блядь. Пускай, нахуй, не нравится, увольняют, у меня есть ты. Причина веская, блядь, у меня мама болеет, еще ребенок там, блядь, с одиночкой. Им вообще насрать. Не ты только сам своим сейчас скажи, хорошо? Да все, сейчас мой начальник поедет в главное управление, все скажет, и все. И... Че он никто подписывать не будет, просто уезжает и все. Командир ему скажет. Он лично отпускает так, и все.